У монумента Победы морозно, но людно. В этот день Павел Малков возложил цветы к мемориальному комплексу и к памятнику воинам-рязанцам на площади Маргелова, погибшим в локальных войнах и вооруженных конфликтах. В памятных мероприятиях приняли участие представители регионального правительства, Рязанской областной думы, федеральных органов государственной власти, руководство города Рязани. Память павших воинов в честь Дня защитников Отечества почтили минутой молчания. Под троекратный оружейный салют и торжественный марш курсантов Рязанского гвардейского училища ВДВ. Чуть позже на торжественном собрании в Рязанской филармонии губернатор произнес важные слова. Во все времена наши воины не щадили свою жизнь, исполняли свой долг перед Родиной. И сегодня снова нужно отстаивать с оружием в руках суверенитет нашего государства. И Владимир Владимирович дал очень подробную и точную оценку ситуации в мире и в стране. И обосновал задачи специальной военной операции. Речь идет о безопасности нашей Родины, о защите наших людей и защите фундаментальных ценностей. И победа обязательно будет за нами. «Мы гордимся вами и теми, кто сейчас на передовой», — обратился губернатор к присутствующим в зале участникам СВО. «Социальных гарантий для их близких все больше. В стране по предложению президента создадут единый государственный фонд, специалисты которого займутся поддержкой семей военнослужащих в индивидуальном порядке. В Рязани это сегодня уже есть, и помощь будет только нарастать».